На конкурс «Дети читают стихи» Таран Ульяна, 7 лет, Афонина, 23 февраля. Таран Ульяна, Афонина, 23 февраля. 23 февраля, красный день календаря. В этот день отца и деда поздравляет вся семья. Мы с сестренкой от себя нарисуем им коня. По бумаге конь наш скачет, звонко сбрую звеня. Ну а бабушка и мама испекут для них пирог и положат внутрь сладкий и рассыпчатый творог. Мы за этим пирогом праздник славно проведем. Праздник важный, настоящий праздник, нужный.